Как выяснилось, этот вид товара действительно пользуется особым спросом у горожан. По мнению представителей общественности, есть сразу несколько причин для покупки данного товара. Во-первых, в некоторых школах ввели масочный режим, а во-вторых, люди продолжают спасаться от сезонных вирусов именно таким методом. Есть в наличии маски медицинские. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось. И сколько стоит маска? 5. Упаковка из 5 штук стоит 45 рублей 50 копеек. Спасибо большое. А кто же покупает? Вообще маски разбирают? Я скажу, что нам иногда с ней хватает. Маски разбирают, как горячие пирожки, но и фармацевты, сложа руки, не сидят. Они регулярно пополняют свои аптечные запасы. На сегодняшний момент из 4 аптек у нас маски были в 3. Соответственно, 75%, если так считать. Поэтому можно сказать, что маски в городе есть.